Айгорь Шиповник, сегодня мы будем играть снова в Селенди Табис. И у нас вечер какого-то черта, хотя мы должны пройти день. Ну и потом. Ладно. Че, погнали? Мы идем наперед. Да, погнали. Так, наушники. Сейчас, погоди. Так. Опа. Тут будет тяжелее спалить этих. Ты где? Алло. Алло, ты где? Здесь. Подожди, да иду я к тебе. Вот я. Да куда идешь? Да повернись ты! Я на спавн пошел. Вперед. Да, надо было в кейв зайти. Какой кейв, а где он? Там только один, по-моему, был. Надо найти повешенного и кейв. Идем за мной. За мной иди, я тебя не вижу. Я просто я впереди иду и так. Это пляж? Это пляж. Вообще какая-то бред. Блять. Че ты обосрался? Ну эта тварь просто, блять, встала, когда я ее не ждал. Че ты скримера ты вызываешь, ляу? Телепузики, алло! Идешь за мной? Да, иду я прям за тобой. Да ёшкин кот, вперед. Да ёбаный раз. Вот это было неожиданно. Чутка есть. Ёшкин кот, опять мы в тупик. Ну окей. Где десятая миска? Я один раз в скалы зашел, короче, и меня там убили. Ну как меня там убили? Я просто зашел в тупик, и я понял, что мне жопа. Я вышел. Я просто прочекал их. Сейчас как бы можно... Но они пока как бы не особо быстрые. Они вообще не быстрые. Вообще, вот после шести они уже нам покажут, что такое Селенди Табис. Вот. Ой! И... здесь я этого чувака, по-моему, увидел. Да. Они забираться умеют? Да. Не, хотя нет. Ты же помнишь, типа, этот чел за мной не пошел. Сюда давай. Как бы я не хочу проверять, умеют ли они подниматься. Хотя как бы я проверял, по идее. Че уже меня не убил? О! Блин, застрял. Так, ну остается лишь надеяться на удачу. Да. Нам придется потом нам придется потом в середине леса бегать. Но, это мы сделаем как раз в самом конце, потому что они же там за нами, по идее, будут прямо за спиной гнаться. О, кстати, миска. Подобрал? Пятый. Да, подобрал. Идешь за мной? Да, иду. Миски иногда порой в таком дебильном месте находятся. Тут туман. Мы вообще хер увидим эти миски, я бы сказал. Да. На какой-то холмишку поднимаемся. Вообще медленно. Идешь за мной? Да. Опасно. Да где миска? Пошли в середину. Нет, подожди, давай прям круг обернем, чтобы типа точно убедиться, что здесь ничего нет. Мы сейчас, по идее, на пляж идем, да? Угу, сейчас да. Да, окей, мы сейчас круг скоро обернем. Пока ходим. Потом уже будем в центре ходить. Я их там боковым зрением чуть-чуть прочекал, вроде не видно. Может. Неужели этот остров настолько большой? Ну, этот лес. Ну, по сути, остров. Потому что здесь водичка. Сука, застрял. Блядь, ты так резко впереди меня появился, и меня аж чуть это... передернуло. Вот сейчас передернуло, нахуй. Да ёб... давай я, короче, вперед пойду. Сейчас на холмик заберемся мы. И миску не увидим мы. Так, стой, давай здесь вот пройдем. Типа, чтобы точно обвести карту. Вовремя я моргнул. Ой, здесь я застрял, помню. Здесь невидимая стена. Ты где? На пляже, да? Я на пляже. Алло, я в невидимую стену врезаюсь. Ну что, нам остается только одно. Середина. Вот тут, кажется, миска есть. Кстати, мы их убежище так и не нашли. Дерево в дереве. Мы их убежище так и не искали. Давай по тропе давай. Да. По тропе давай. Вот давай сюда. Надо вот сюда идти. Куда? Вот куда ты сейчас идешь. Хорошо. Потом... Стой, по тропе, алло.
Не, я просто проверил, типа здесь миска не валяется случайно. Нет, я нигде не вижу. Блять, я подумал, там спрайт. А? А, блин. Я уж подумал, мы что-то подобрали. Угу. Где его это обосрано? Ну и, блять. Так, сейчас за мной ведь бежишь, да? Да. Ты далеко. Я немного, я немного сбился. Пока вот так вот, короче, обведем. И отправимся в другую часть острова. Вообще нам на пляж больше не надо возвращаться. Угу. Здесь мы, в принципе, все уже обследовали. Все, что можно. Ну-ка здесь по тропе, если идти. Мы оттуда пришли. Да не. Где мы повешенного нашли, кстати, вот это мне интересно, потому что... Я рандомно его нашел, поэтому да давай. Да ёбаный рассвет. Давай за мной, и отведу к этому обосранному повешеннику. А ты помнишь, где он? Вот. О, миска. Так, вот сейчас они быстрые. Именно не за спиной, а быстрые. Здесь где-то сейчас будет миска, по-моему. Ага, там будет пустошь, короче. Ну, точнее. Бля! Чё? А, кейф? Угу. Когда не нужен, находим. Да. Когда нужен, хуй найдешь. Мне кажется, мы сейчас идем уже... К ним. Может, это убежище сейчас будет, слушай? Сзади нас никого нет. Смотри. Идем так вот, а потом вот так. Да? Ты уверен? Я так нашел повешенного, так что, думаю, да. Серьезно, ты так пошел? Да, но я пошел вообще в другую сторону, и тропа была вообще другая. Ай, я, блин! Че? Я думал, ты это телепузик. О! Че? Убежище. О, вот тебе и тактика. Ёп. А теперь я боюсь выходить через этот проход. Ты где? Вот я. Давай через окно. Давай. Опа. Я прошел. Ёп. Все, уходим. Одна миска и нам... Пизда. Здравствуй, Галина Михайловна! Здравствуйте, Галина Михайловна. Здравствуйте, Галина Михайловна. Ой, не туда. Опять 25. Вот, мы, кстати, опять круги нарезаем. Да. Нам надо опять в середину. Самое главное тебе не сдохнуть. Так, нам надо повешенного найти. Подожди, мы с тропы зря сбились. Ну окей, убежище мы нашли, это хорошо. Ну это же 7 мисок, да? Это 7. То есть еще одна и будет 8. И мы в дерьме. Арифметика. Да. С позитивным... Уроки арифметики Тутор. С... Да, хотели туторы? Вот, получаете. Ох, солнышко. Сейчас блики будут в глазах от этого солнца. Слушай, чекни зад. Жопу, ничего нету. Угу. Теперь давай сюда. Ближе к середине все. Погоди, стой. Ты идешь за мной? Иду. Это вдруг кто потерялся уже. Я просто хотел на это дерево посмотреть. Хорошее дерево. Все, теперь пошли. Ай-яй-яй. Здесь, по сути, главное назад именно не идти, знаешь, именно развернуться на 180 градусов и идти назад. По сути, нужно поворачивать медленно. Я так и делал. И тогда можно добиться успеха. Но сейчас бы найти тропу. Ой, блин! Ой! Так, вот это сейчас уже мне не нравится. По-моему, они рядом. Ты идешь за мной ведь? Иду, да. Я скажу, если я там. Типа, эй, куда? Куда? Я же показал, что камень это телепузик. Ебать, мне сейчас там показался в тумане, блядь. Лол. Реально показалось, как будто там в тумане один из них. Серьезно, там прям, короче, силуэт с развинутыми руками был. Я надеюсь, мне показалось. А, хз. Короче, я знаю, где еще две. Одна у повешенного и другая у фонаря. Так нам надо 3. Но я знаю, где 2. Понимаешь, в чем суть? Mm-hmm. Я не знаю, где 3. Алло, стой. Че. О, миска! Все! Теперь я знаю, где оставшиеся.
Все, теперь бежи, беги, 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 беги. Короче, ищем фонарь и повешенного. Ищем фонарь и повешенного. Сейчас просто не отрываемся. Фонарь и повешенного. И все. И все, и мы затащили. Фонарь к середине. Короче, ближе. Фонарный столб, знаешь, типа, да? Угу, такой горит. Он на середине. Да, 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 знаю. Только где он на середине, блин? Самое главное, не сдохни. Не оборачивайся на 180 градусов. Прям, знаешь, ты можешь обернуться, но прям очень-очень-очень медленно. Ёшкин кот! Меня только что подкинуло вперед. Чё? Слушай, чувак, посмотри. Стой, стой, дай я вперед, вперед встану. У меня фонарь, сзади... фонарь, фонарь! Чувак, у меня сзади нету телепузика? Я не знаю. У тебя нету. О, бери! Ищем повешенного, ищем повешенного. Я сзади, по-моему. Да, он сзади. Да-да-да, сзади, 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 беги. Повешенного ищем, повешенного. Ищу, ищу. Я не знаю, как мы его... Надо разойтись, надо разойтись. Потому что... Не-не-не, не надо, не надо расходиться. Мы сейчас так... Я так не найду. Понимаешь, я так не найду. Я тоже не найду. Мне пришлось. Потому что... Твой телепузик может меня убить. Да? Да. Если я на него смотреть буду, то убьет. Я нашел. Где? Я нашел повешенного. А где он? А, лол. Все, что ли? Да. Прошли вечер. Как ты повешенного вообще нашел, я не понял. Я вообще рандом бежал. Лол. You've collected all Teletubby Castards without getting caught. Well done. В общем, прошли вечер. Раз. Да, причем мы утро пройти не можем. День, день, день. Это вообще рандом сейчас был. Я не знаю, куда ты там побежал вообще, но это слишком было лаки. Слишком лаки. Зато мы теперь знаем, что нам не придется обоим брать. Да. Да. Хотя не-не-не-не, по сути только с 10-й такой работает. Именно с 10-й. Ну ладно. Ну с 10-й можно... Короче, ту, которую я искал, она вообще в очень странном месте лежала. Она вообще на поле, знаешь? Ага. Короче, мы прошли. Всем удачи и всем... Байгер, кишиповник.